Сожителей, которые сожгли тело двухлетней дочери, осудили. Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам вынес приговор в отношении родной матери ребенка и ее сожителя. Мужчину признали виновным в жестоком убийстве и краже, женщину в сокрытии преступления и также совершении кражи. Фигурантам громкого уголовного дела дали 23,6 лет лишения свободы. Также судья назначил им принудительное лечение от алкогольной зависимости. Известно, что оба подсудимых уже отбывали наказание за убийство. Жестокое убийство двухлетней Евелины Драган, совершенное отчимом и родной матерью малышки, не оставило равнодушным общество. Журналисты скрупулезно отслеживали судебное разбирательство. Беспристрастными оставались лишь сами подсудимые. Ни разу на протяжении всех слушаний на их лицах не отразилось раскаяние. Исламхан Исимбаев приговорил отчима ребенка Владимира Зеленого к 23 годам. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима. Первые 5 лет Зеленый проведет в тюрьме. Матери малышки дали 6 лет. Ее признали виновной в недонесении о преступлении и краже. Также суд назначил обоим принудительное лечение от алкоголизма и взыскал с них судебные издержки. Кроме того, судья вынес частные постановления в адрес прокуратуры и следственных органов, которые слишком мягко расследовали уголовное дело в отношении Драган. По словам судьи, ее нужно было привлечь к уголовной ответственности также за пособничество в убийстве. Стороны жалобу на частное постановление адресовано в судебную коллегию по уголовным делам Калининградского областного суда, присылайте в наш адрес, после чего указано частное постановление вместе с материалами уголовного дела будут направлены в судебную коллегию по уголовным делам Калининградского областного суда для рассмотрения по существу. Напомним, осужденная Ильяна Драган уже сидела в исправительном учреждении Чемолгана за убийство своей бабушки. Ее сожитель Владимир Зеленый отбывал наказание за другое убийство. Оба освободились из мест лишения свободы условно-досрочно. С тех пор женщина успела родить 3 детей. Старшей девочке 7 лет, она и ее годовалый младший брат, совместный ребенок сожителей, находятся в детском доме. Айем Амрина, Исламбек Оспан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.